И в продолжение нашего выпуска. Аким области Ярлы Тугжанов принял поэта, лауреата международной премии «Тюрксой», лауреата государственной молодежной премии «Дарын», кандидата филологических наук Светкали Нуржанова. Известный писатель вносит значительный вклад в популяризацию казахстанской поэзии, сохранение традиций и развитие литературы. Глава региона выразил благодарность поэту за его творчество и проделываемый титанический труд. Напомним, что 26 декабря в 18:00 во Дворце дружбы состоится творческий вечер Светкали Нуржанова. Насладиться самобытными уникальными литературными творениями казахской поэзии может каждый желающий.